Ребятки, всем привет, с вами Дава Дым. И сегодня у меня на обзоре продукт под компанией Вином из города Владимир. А давайте потихонечку, поэтапно я буду вам про все это рассказывать. Вначале расскажу какую-то общую, краткую информацию, а потом уже быстренько поделюсь своим мнением во время прокуривания, который я за себя сложил этих всех трех линеечек. Но для начала давайте познакомимся с моим другом. Это бокс от компании Venom, блогер бокс. Он выполнен из такой толстой древесины. У него есть логотипчик. Я не знаю, как это называется правильно на дереве, но здесь прикольная гравировочка. И типа for Dava Smoke. Очень приятно. Внутри меня ждало 16 вкусов, 3 линеечки и, конечно же, бутылочка алкоголя для моей коллекции. Теперь давайте я вам буду рассказывать про сам продукт. Продукт Venom – акцизный продукт родом из города Владимир. Табака из города Владимир у меня еще не было, поэтому Владимиру и производителям большой респект, что решили делать свой акцизный, легальный, хороший, допустим, продукт. Почему, допустим, я сейчас объясню. Что у нас есть? У нас есть 3 линейки. Каждая линейка содержит в себе 100-граммовую баночку и 33 или 32 вкуса. Вкусы все дублируются между линеечками, и цена не зависит от линейки. То есть средняя розничная цена у нас 640-620 рублей. Где-то вот между-между, да? Ну, все везде по-разному, мы знаем. Что касается линеек. У нас есть линейка ST, это Light, Soft. Линейка MD, это у нас Medium. И линейка HD, это Hard. Линейка ST изначально, то есть во всех линейках здесь идет Burley плюс Virginia. И Burley, в принципе, прям ярко так не чувствуется ни в одной из линеечек. Но есть прикольные моменты. А что касается линеечки ST, она подойдет для всех абсолютно. То есть это максимальная легкая линеечка, обладает тонкой линией накуривания и прям вот чуть-чуть крепости. В основном это воздух, дым и вкус. Что касается линейки MD Medium, объясняю. Линеечка, наверное, самая лучшая из того, что есть. Прям золотая середина в такой желто-оранжевой морковной окантовочке. Обладает прям средней крепостью, которая очень хорошо накуривает и очень прикольно себя ведет при курении, как и аромка, так, конечно же, и сам табачный лист. А что касается линейки Hard, наверное, после этой линеечки я начну высказывать свое мнение по всем остальным трем линеечкам. Когда я начал прокуривать данную линеечку, я столкнулся с множеством разных проблем. Первая проблема, которую я почувствовал, это то, что я дико после кальяна еще на протяжении, наверное, нескольких часов просто не отходил от холодной бутылки воды. Она меня высушила и выебала, как только могла. Во все дыры и щели просто взяла вот так вот и выебала. Конечно же, после 20-30 минут второго кальяна и другого вкуса в линейке HD я сказал, что хватит, на сегодня больше курить не буду, потому что горло дерило, очень сильно било по горлу, очень сильно сушило и очень сильно душило. Я не знаю, я ее просто уберу подальше. То есть линейка Hard — это реально, блядь, для объебанных людей, которые реально вот сейчас просят, придут сейчас в кальянную после карантина, блядь, и скажут: забей так, чтоб меня убило, я хочу отъехать, сделай так, чтоб меня, блядь, расквасило. Вот, эта линейка для них специально. Вот купите, блядь, пускай она у вас лежит, красная линейка от компании Venom. Что касается средней линеечки, это просто сок. Это реально просто Иисусий сок, Иисус Господь, блядь, и прочее. Она курится прям вот как надо. И по крепости, и по накуриванию, прям все идеально. И по какому-то балансу, то есть все выровнено так, что прям очень-очень супер. И я остановился, что я буду курить то, что у меня прислали в блогер-боксе, только линейку МД-шку. Что касается СТ-шки, то это, знаете, вот ты утром проснулся и не знаешь, что забить. А есть у тебя, допустим, только Venom, то СТ-шка тебя спасет. Не напряжная такая крепость, ты очень спокойно куришь, вдыхаешь ароматы, выдыхаешь дым, все как положено, очень легко. Покурил, встал, собрался, пошел по делам, даже можно не хавать, потому что тебя не разъебет. Ты не будешь, блядь, с собой таскать бутылку с холодной водой, как, допустим, от линейки HD, да, и просто охуевать от того, как тебя сильно кроет.
А, также, да, теперь давайте, наверное, по моему мнению и по плюсам и минусам. А, из плюсов. Во всех линеечках идет такая, знаете, фракция табачного листа, вот прям вот идеальная. То есть, а, ты когда работаешь с этим табаком, когда ты его забиваешь, ты просто реально кайфуешь. От чего именно кайфуешь, я сейчас расскажу. Нарезка. Она прям вот и не мелкая, и не крупная. А, плюс в табаке нет мусора совсем, то есть нет каких-то палочек, больших листиков. Все реально прям нарезано так, как будто, блядь, Гордон Рамзи все это, блядь, хуярил и прям полностью контролировал весь процесс нарезки табачного листа. Что касается субстанции, именно пропитки табачного листа, ты его просто берешь и забиваешь. Не нужно ебаться с пластилинностью, потому что ее просто нет. Табак нарезан и сделан просто очень круто. То есть сварен он так, что у тебя не появляется никакого дискомфорта во время его, собственно, забивания. То есть все максимально просто. А, из минусов это, наверное, линейка HD. А, в линейке МД минусов в принципе нет. Все очень круто. По ароматике почти все вкусы тоже норм. Есть пару вкусов, которые химозят, но у кого не бывает, да. А, по линеечке СТ из минусов то, что пропадает в какой-то момент противостояние жару. То есть он очень быстро сдается, если его курить на 4 углях, просто в какой-то момент он начинает выгорать. А в линейке МД такого нет. Все нормально. 4 угля держит отлично, а СТ-шка очень плохо. А также есть большой минус, но это, по моему мнению, это название продукта под названием «Веном». В чем же? Потому что я считаю, что это не очень серьезно. Назвать табак, который акцизный, много вложено сил, и назвать его «Веном» в честь супергероя из Марвела. Возможно, производители считают это не так, и у них есть на это своя философия, но я, как обычный потребитель, в первую очередь вижу в нем супергероя. Это то же самое, что назвать табак Суперменом, либо Спайдерменом, и я его прям не очень захочу покупать. Это отпугивает, и это пахнет какой-то дешевизной. В целом, табак хороший, а по вкусам тоже все нормально. Так что, если ты прям отбитый паренек, то тебе линеечку HD. Если ты прям на низких, то тебе СТ-шечку. А если ты ровный пацанчик, который любишь покурить немного, поднакуриться и почувствовать крепость, то тебе МД-шечка. Всем спасибо, это был Дава Дым. Всем пока-пока.